Всем привет, я Юлия Андреева, я расскажу о погоде на воскресенье 15 августа. Спонсор показа – специализированный застройщик Киров Спецмонтаж. Искали квартиру мечты? У Киров Спецмонтаж есть для вас предложение. Одно-двух-трехкомнатные квартиры на Торфяной 13. Удобная планировка, большие окна. Сейчас еще больше света. Современная благоустроенная придомовая территория. Специальные колясочные комнаты для молодых семей. Срок сдачи дома в декабре 2021 года. Подробности по телефону 51 11 11. В это воскресенье на территории нашей области ожидается преимущественно переменная облачность. В Яранске плюс 25, плюс 27 ожидается в Котельниче, в Лузе пасмурно и всего плюс 23. Чуть больше повезло Вятским полянам, здесь ожидается солнечная погода и плюс 27. В Кирове воскресенье будет облачно с прояснениями, днем плюс 25, ночью до плюс 15 градусов. Ветер подует юго-западный до 3 метров в секунду, влажность воздуха составит 43%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, магнитное поле будет спокойным. 15 часов 28 минут продлится световой день в это воскресенье. Луна достигла первой четверти. На этом у меня все. Это был прогноз погоды на воскресенье, 15 августа. Пока!